Всем привет! Привет! Сегодня у нас просмотр дома. Мы приехали на просмотр четырехбедрумного дома, отдельно стоящего, в районе Мангохилл. Это север Брисбена. Там, где мы живем, в принципе, район. Да, немножко о доме. В общем, 4 спальни, 2 санузла, 2... гараж на 2 машины. Участок 567 квадратных метров. Площадь дома 182 квадратных метра. Да. Между прочим, мы собираемся снять видео по ответы на ваши вопросы, потому что очень много вопросов возникает относительно недвижимости. Покупка, продажа, строительство, да, почему вы сами не строите, огромное количество вопросов. И уже, в принципе, в двух словах так не ответишь. Поэтому мы будем снимать такое видео. Если у вас есть вопросы, обязательно пишите их в комментариях, чтобы более сделать такой обширный охват, да, всех этих вопросов. И под этим видео. Под этим видео, да, пишите, и мы постараемся на все на них ответить. Ну, а мы идем на просмотр. Так, интересно, есть ли люди, потому что... Ну, тут стоит пару машин. Сам по себе дом такой не дешевый, не эконом-класса. Сейчас посмотрим. Вот такой он, кстати. Обычный такой непримечательный. Ну, стандартный дом, как вот в этом районе, как большинство домов выглядит снаружи. Так, это мы заходим, и здесь, ой, здесь сбоку прям спальня. Большая довольно-таки. Здесь тоже вот эти шаттерс популярные здесь. Вот это мне, кстати, честно говоря, со спальнями всегда не до конца нравилось, когда спальня выходит именно на дорогу. То есть как-то вот менее безопасно ты себя чувствуешь. Это у нас ванная. А, и да, здесь типа плюс, что здесь две гардеробные. Вот с одной стороны. А, это да. Да, и вот здесь с другой стороны. Вторая гардеробная. Ну, они такие небольшие, но как бы их две. Ты видишь, есть туалет, отдельно ты можешь закрыться. То есть он как бы в одном... Ну, так-то идея хорошая, да? Все очень чистенькое, новенькое. Ну, они же тебе не будут... Не грязненькая и не новенькая. Не, ну вообще дом, видно, что он. Он, кстати, 2000 какого-то, вот не помню, года постройки. Ну, сам по себе район здесь, да, довольно-таки новый, поэтому... Ну, очень приятно. Кондиционер, естественно, вентилятор. Здесь еще у нас... Это гараж. Две машины полностью. Да, большой гараж. И видишь сразу и дом, и выход во двор, что, кстати, тоже очень не везде есть. И тоже, как они говорят, плюс, это вот эти сетки такие... На дверях. И выход сразу в дом. Здесь кухня. О, вот такая красивая прозрачная дверь по пентри. То есть такая комнатка для продуктов. Для хранения. Да. Так, такая большая гостиная. Гостиная, столовая, кухня. Все выглядит очень прилично. И это лондри, получается. С выходом тоже на улицу. И здесь везде вот такие скрины, сетки. Очень удобно. И шкаф. А, здесь еще с гостиной есть такой типа стади кабинетик. То есть пол ламинатный. Угу, ламинат на полу. Это хорошо. Здесь такой стади. Ну, тоже удобно, да, есть вот, пожалуйста, для занятий. И вот это еще одна ванная. Это туалет. А, это просто туалет. Ну, сделано так вообще прикольно. Спальня номер 2. Такие огромные эти. И это тоже с walk-in wardrobe. Ты видишь? Да, что... здесь еще одна комната с walk-in wardrobe.
То вот есть так. Шкафчик у тебя уже, да, как комната. Ну, у меня относительно не огромный. Здесь тоже везде вентиляторы на потолках. Что? Система кондиционирования есть вот на потолке во всем доме. Здесь третья спальня. В принципе, спальни по размеру стандартные. Да, ничего, даже двойная кровать, ты видишь, влезает. То есть, если для одного ребенка вот у тебя кровать, стол поставить, то есть, в принципе, места достаточно. Шкаф. И рядышком. Для тех, кто любит. А, потолок. Чуть выше, 2,5 получается. Ну и рядышком. 2,4 я могу на носочках достать. Здесь я не ванная могу. Еще одна. Вот такая. Ну да. Шаттерс во всем доме. Это получается 1, 2, 3. А где еще одна? Это даже не комната, это. Там с другой стороны. А, еще одна. Это просто так проходной кабинет. А что это за дверь? Открой. Спальня еще. А, это еще одна спальня. Еще одна спальня. Марк. Они просто как склад. Марк, пойдем. Понятно. Посмотрим на улицу. Здесь там тоже красиво. Здесь так красиво оформлено, да, вот этот выход полностью можно открыть. И есть отдельный, да, мне нравится, что все-таки как бы хоть чуть-чуть есть визуальное разделение. Кстати, вот зал. Здесь еще часть зала, оказывается. Она называется Media Room. Media Room, и она как зал. Вот вообще идеально. Плюс, если нужно, гости приезжают, вот тебе, пожалуйста, еще дополнительно. Но вообще она как бы для просмотра фильмов, да, отдыха. Вот такая дополнительная комната. И она из зала выходит. Вот это зал. А потом брошюрку взял. Вот здесь. Вот такой шед, в котором можно все хранить. И бассейн. Небольшой бассейн. Но мы туда не будем заходить. Зачем? Смотреть не пойдешь? Ну, пошли, раз ты открыл. Нет. Бассейн маленький. Нет, Марк, не надо, чтобы... Он именно предназначен как с этими, да? С бурбуляхами этими, да? Потому нет. Что тут не поплаваешь. А, ну есть вот один этот, да, он получается... Он, кстати, подогреваемый. Подогреваемый бассейн. Ну, это чисто просто для отдыха, так скажем, расслабления и отдыха. Не для плавания. На улице места не супер много, но... Да, полностью. А зачем? Что ты хочешь? Вот еще шед здесь стоит. Смотри, какой мягкий газон. Да. Шед, чтобы хранить все, что нужно. Здесь тоже такие ворота и выход просто тоже из дома. Ну и здесь, да, пожалуйста, белье вешать и что хочешь дальше. Так, очень приятный газон, такой толстый, прямо как ковер. Очень приятный. Так, выходим. Мы выходим. И здесь еще такой кусочек небольшой. Очень тоже. Все так ухожено. Симпатичненько. Так, это тоже выход. А, ну и здесь место, где просто мусорные баки хранятся. И выход на улицу. Понятно. Ну, в общем, так симпатично. Кстати, вот эта зона для барбекю. У них даже вон холодильник стоит. Под навесом можно спокойно отдыхать. Да, даже. И, кстати, вот эта вещь закрывается. Да, здесь есть такие специальные эти... скрины такие. Скрин, да, солнце. Но мы выходим, сейчас вам расскажем про цены. Ну что, мы вышли, взяли брошюрку, здесь более подробно. И есть план дома. Вот такой вот дом, да, в принципе, мастер бедрум нормальная по размеру. Да вообще, в принципе, все спальни более-менее для австралийских размеров неплохие. Кстати, еще плюс то, что здесь есть, это вот этот solar system. Да, есть солнечные панели, а также есть воды, солнечные нагреватели, то есть для воды. Горячей воды. То есть, а так, в принципе, сами все видели. Давай дальше. На наших кадрах.
То есть, ну, тут всякие бумажки. Тут да, ну, в общем, что дом очень приличный, и сколько он стоит. То есть электричество, то есть вот тут даже, пожалуйста, рекомендованные для тебя эти электрики. Вот, такое, не все делают люди, такие брошюрки. Ну да, ну, реклама дополнительная. По поводу цены теперь самое важное. Сколько же вот такой дом в таком районе стоит? Клиент хочет за этот дом 1 100 000 – 1 250 000. Вот такую вот цену. На австралийских долларов. Австралийских долларов, естественно. На данный момент... Есть предложение с прошлой недели, как она сказала. Я слышал, она почему-то втихаря, хотя они не должны раскрывать это. Хотя, может быть, наоборот, раскрывают, чтобы люди больше дали. Что кто-то дал бит уже 1 160 000 за этот дом предложил, но они ждут продажи своего дома, поэтому как бы... Вот если сейчас кто-то возьмет, предложит больше, то все может произойти, да. То есть вот но такая дом вот цена. Очень приятный. Очень приятный. 1 100 000, ну, 1 200 000, и скорее он может уйти. 1 160 000, 40 000 набрасываешь, пожалуйста. Ну, думаешь, даже 10-20. Да, то есть, в принципе, до 1 250 000 даже может уйти. По большому счету, то, что они хотят. И вот в этом районе, вот Манго Хилл, здесь очень много именно довольно-таки новых домов. Ну, и, относительно, да. Это сам по себе район, весь Манго Хилл район, практически весь. И здесь очень много вот таких симпатичных, приятных домов, которые заходи и живи, все есть, что нужно. Да, в этом доме ничего ремонтировать, делать не надо, вы сами все видели, в принципе, может быть... Это не эконом-класс, да. А это повыше. После того, как люди съедут, возможно, тебе нужно будет, может быть, единственные стены там подкрасить, потому что картинки снимут и так далее, но это мелочь, да? А в остальном, конечно же, заходи и живи, пожалуйста, вот такой дом. Как вам понравился дом? И как вы считаете, цена соответствует качеству? Ну, в нынешних реалиях, я думаю, ну, не знаю, наверное, да, 1 000 000. Кстати, стоит. Мы снимали в прошлом году дом, тоже за который хотели 1 000 000+. Да. Мы оставим ссылочку, вот сравните, что было в прошлом году за 1 000 000+. И сейчас тоже за, ну, что же, 1 000 000+. Ссылочка будет в описании, но вот такой у нас просмотр сегодня. Ждем ваши вопросы для видео про недвижимость. Солнце, а мы поехали дальше. Светит. Извините, что щурюсь, но вот оно... Зато без очков. Зато без очков, да. А то многие, некоторые писали про очки. Так, ну все, всем пока, до скорых встреч. Пока.